Привет, дорогие друзья! Сегодня покажу вам, как сделать ручку на пластиковую бутылку буквально за 5 минут. У меня есть вот такая баклажка, 6 литров, оторвалась ручка. Это очень часто происходит, я думаю, вы сталкивались с этим. Решаем эту задачку очень просто. Я нашел вот такой кусок веревки дома. Лучше, чтобы толщина ее была 4-5 миллиметров. Длина этой веревки 105 сантиметров. Я нашел кусочек небольшой полипропиленовой трубы. Это может быть металлопластиковая труба или пластиковая, неважно. Любая трубка, которую вы найдете. Меряем на свою руку. У меня где-то это 9-10 сантиметров. И отрезаем с помощью специальных ножниц. Если у вас нет их, отрезаем с помощью ножовки по металлу. Теперь с помощью канцелярского ножа или наждачной бумаги внутри зачищаем, чтобы острые края не перетерли веревку. Готово. Продеваем в трубку веревку. Завязываем обычный узел. Теперь продеваем еще раз и затягиваем. Оставляем расстояние 6-7 сантиметров. Завязываем один узел, продеваем еще раз. У нас получилась вот такая история. Я думаю, здесь все понятно. Это так называемая удавка. Деваем нашу ручку на горлышко бутылки и затягиваем. Вот так это выглядит на бутылке. Теперь продеваем один край через трубку. Поправляем, чтобы ручка сидела ровно. Сдвигаем ручку, завязываем несколько раз узел. И готово. Лишнее можно отрезать. Поправляем. Вот такая отличная ручка у нас получилась. Плюсом такой ручки является то, что веревка не давит вам в руки. И второе, эту ручку можно снять и одеть на другую бутылку. Буквально за несколько секунд. Расслабляем нашу петлю и снимаем. Одеваем на другую бутылку, затягиваем и несем бутылку к месту назначения. Друзья, если вам это видео было полезно, поставьте этому видео лайк, поделитесь с друзьями. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.